в таких условиях в борцовском зале первое место в Европе взяли. Обязательно вставь, когда я его заборол. Обязательно. Это исторический момент. Спокойно, медленно, не надо. Сегодня будет круговая работа. У нас сегодня будет 12 станций по 3 минуты. Сам тут я нехал. По 3 минуты. У меня, блин, 15 килограмм. У него 10. Он просит, давай пообедяемся. Ему стыдно стало, что он десяткой работает тяж. А я пятнашкой. Он Геркулес. Он Геркулес молочный. Он боится, чтобы я не устал. А он не может понять, что я не устаю. Он сам по себе пахарь, и он от природы такой, сам по себе. Такой выносливый парнишка. Его бы научить боксировать, там было бы вообще... Никто бы не выдержал накала. То, что он без добавок показывает, такой функционал и выносливый. Ну, на самом деле, без добавок. Я тебе и говорю, вот у него, вот видишь, он не успокаивается. Он таскает, он здесь спит с этой штангой, блин. Иди отсюда, хватит. Молодец, работает. Спину бережем. Добавок здесь нету практически никто. Если кто-то что-то пьет, я тебе уже, я уже говорил, здесь за зарплата у команды, у кого, ну, у самых таких здесь хороших бойцов $500. Представь, что такое $500. На это ребята живут. Ну, блин, на самом деле тут очень со спортом тяжело. В борцовском зале тренируемся, потому что нету условий здесь. А результат показали, мы первыми в этом году стали на чемпионате Европы. Первое место общей команды, 3 золота взяли. Представь себе, молодцы ребята, пашут. Дух есть, сердце есть, от всей души. Любят свое дело. Не грузины, конечно, у нас сердце. Главное, характер грузинский.
Вообще сказали просто отжиматься. Я чуть изменил. Так тоже тяжело. И так, и так. Но так более чуть-чуть другие мышцы. Более вот эти вот. Не? Никогда. Отдыхаете. 15 секунд. 3 минуты работаем, 15 отдыхаем. Да. Отдыха мало, останавливаюсь не в себе. Мое самое нелюбимое упражнение это канат. Я не знаю, после таких нагрузок еще туда лезть, но с ногами я точно залезу. Я сейчас в шоке, что я залез без ног. Не снимай его, не снимай. Он на топинге. Я же говорю. Давай, мед, не вода. Их не допинг. Сборная Грузии. Им витамины не выдают, как нам. В России там. У главного тренера сборной Грузии спрашивают. Какой спортпит вы им даете? Он говорит, воду с медом. Вот он на этом сборе вообще ничего не пьет. А здесь если спонсоров вогнать людей, которые будут заинтересованы. Тут будет результат. В таких условиях в борцовском зале первое место в Европе взяли. Я им говорю, когда вас спросили, чем вы их питаете, спортпит. Вода и мед. Вода и мед, да. Все правильно. Мед и вода – это святое дело. Это самый эликсир жизни. Без спортивного питания надо? Ну, у нас это такой мед в Грузии нигде нету. Он прямо этот стимулирует. Yeah.
особенно обращаю большое внимание на общее питание, как чтобы получали они все в натуральном виде. А у нас все натуральное, замороженного мяса нету, у нас все фрукты, все у нас свое, местное все. И потому очень большое внимание для меня лично означает не искусственная подача, а больше получить, чтобы спортсмен получил натуральные продукты. И для организма, и для здоровья это будет очень полезно. Какой раунд? Мяты. 10. 11. Это будет. Раунду осталось работать. Мы работали по 3 минуты, 15 секунд было между раундами. Ну, процесс показал, что ребята, и восстановление было у них хорошо, и пульс не больше 26 поднялся, и 16-15 ударов, 14 ударов некоторых показали. Они на этом этапе уже мы середину сборов уже прошли. Они себя чувствуют, как и должны функционально чувствовать себя. Уже они потихонечку, уже восстановление идет у них. Могут потихоньку уже любую нагрузку уже получать, и ничего страшного не будет. Ну, работа была сегодня, ну, из десятки, думаю, ну, на восьмерочку, потому что немножко подкопил усталость, плюс между раундами был маленький отдых, 15 секунд отдых. И то есть мышцы не успевают нормально восстановиться, и они забиваются, ты сверху даешь нагрузку. А так вообще скажу вам, чувствуем себя хорошо, восстанавливаемся хорошо. Ребята с желанием, видишь, еще работают, пинают в пол, там играют вечером, еще кросс 8-километровый. Тебе что, нагрузки не хватило? Не хватило. То есть мало сегодня, да, было? Очень легко. Все зависит от питания. Если питания нету нормального и нету натурального, конечно, откуда у тебя восстановится спортсмен? А здесь питание, если вы обратили внимание, здесь уникальное питание.